Всем привет, дорогие друзья, с вами Рисман, и сегодня я вам расскажу о том, как создать свою кастомную деревню при помощи одной команды и командного блока. Ну что ж, давайте-ка установим командный блок и загоним в него нашу, собственно, команду. Вот. Ссылку на команду я оставлю под видео. Почему ссылку? Потому что она очень огромная и она залита на Pastebin. Готово. Теперь устанавливаем кнопку и активируем командный блок. Вот у нас начинает строить. Строит у нас не деревню, а непосредственно саму схему. То есть один командный блок позволяет нам построить вот такую вот всю схему. Ну что ж, дожидаемся, когда она доделается. В чате нас уведомляет о том, сколько там секунд прошло. И сколько у нас осталось. Вот, схема достроена, и нам выдалось два снежка. Снежки в данном случае служат некими яйцами-призываниями этих деревень. Чтобы призвать эту деревню, нужно кинуть снежок. Только деревня появится не там, куда вы кинете снежок, а непосредственно под вами. То есть, вот кидаем, и под нами появляется вот такая вот деревня. В деревне три типа домиков, правда, не однотипные. И в них вот живут вот такие вот жители. То есть, не просто набор домиков, а в них реальные жители. Вы можете создавать не одну деревню, а также их располагать рядом и такой маленький город делать из этих деревень. Генерируются они рандомно, то есть домики не в заданном порядке. Вот. Я вам не советую, конечно, их располагать очень близко друг к другу, так как получается наслоение, и дома могут получиться вот таким вот образом, то есть друг на друга, и вдобавок еще гравий вот так вот образуется. Ну что ж, на этом все. Ссылка на команду оставлена под видео. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк, если вам вот это вот все понравилось. Ну что ж, всем пока.